Так, здесь будет картодром. Спортивная трасса. Здесь есть свободное пространство. Много свободного пространства. Можно арендовать свободные площади. Частично здесь будет под таксопарк. Пространство отдельно. Вот это вот арендовано 6000 квадратных метров, а всего цех 30000 квадратных метров. Какое величие, дорогие друзья, какое величие, какая страна была, какие строила цеха, какие производила трубы. А вот мы видим Илью Евгеньевича Буренко. Так, здравствуйте, Илья Евгеньевич. Дорогой друг, мокрые руки. Да, пройдемте сразу, где делается... Александр Петрович, ко мне еще там приехали люди, можно я сейчас их встречу? Буквально одна минута, сюжет. Да. Что здесь на первом этаже планируется? Входная группа, зона приема гостей, картинг клуба, ну и глобальной волны, конечно. Ага. Вот, соответственно, вот так где-то на втором этаже мы планируем разместить офис твоей прекрасной организации. Так все, что... на Спартаковской там пришел альфа-самец. Да? Да, он назначен начальником там, начал давать указания. Ну, собственно говоря, видишь, все складывается, все в одну цепочку, так что... А Марина Александровна краску просит на пол, хоть сколько-нибудь. Ну, хорошо, сейчас организуем. Кстати, Петрович, отвлекусь, ладно, да, сейчас приду, точно. Ты пока... Да, так точно, хорошо, все есть. Вот, нужны художники. Здесь вот это все мы можем затянуть баннерами. Баннерами, баннерами. Свисают, может быть, баннеры. Но оставить простор для видеотрансляции, чтобы было поле, все видно. Ну что, дорогие друзья, запустив ремонт на Спартаковском, дом 2, строение 1. Чтобы не тратить время на лишние споры и обсуждение ложных целей, нужно заниматься конкретными делами, конкретными, с конкретными людьми, которые делают реальные дела. Пока стоп снято. Ну, как всегда, когда, если у вас возникли творческие мысли, звоните 8-926-210-93-83.